Привет, друзья! С вами Виктория. Добро пожаловать на мой канал. В этом видео я хочу вам рассказать, как приготовить вкусно и быстро стручковую фасоль. Сначала я вам покажу все секреты правильной отварки фасоли, как ее правильно отваривать, и затем приготовлю два разных рецепта. Эти рецепты я периодически готовлю для своей семьи. Оставайтесь со мной, если я вас заинтересовала. Если рецепт и видео вам понравятся, не забудьте поставить лайк и подписывайтесь на мой канал. Чтобы мне было легче работать с фасолью, я предварительно ее ровненько сложила и буду обрезать у нее хвостики. Чтобы подровнять, вот так подравниваем ножичком. И потом, и теперь ее нужно хорошо промыть. В кастрюлю я налила воды. Воду нужно довести до закипания. Вода закипела, в воду добавляю соль. Соли нужно добавлять достаточно, с расчетом 10 грамм соли на 1 литр воды. В кастрюлю выкладываю фасоль. После закипания воды фасоль нужно варить 5 минут ориентировочно, 5-6 минут, не больше. Фасоль не должна быть слишком разваренная, она должна быть такая альдентая, немножко, чтобы была немножечко такая хрустящая. Вот фасоль у меня уже варится 2 минуты, через 4 минуты приготовления попробуйте. Если вам нравится альденты, то уже можно выключать. Если нет, то можно доварить еще 2 минуты, максимум варим 6 минут. Пока фасоль варится, я подготовила ледяную воду. Так, вот фасоль я слила на дуршлаг, и сейчас ее буду перекладывать в ледяную воду. Нужно, чтобы процесс варки полностью прекратился. Ну что, друзья, фасоль я слила. Она у меня простояла 2 минуты в холодной ледяной воде. Я ее слила, фасоль готова. Вот сейчас я ее попробую. Очень вкусно. Но я вам сейчас покажу несколько способов приготовления фасоли, чтобы получилось еще вкуснее. Первое блюдо у меня будет курица с фасолью. Очень вкусно. Вот у меня куриное филе. Сначала нарезаю на ломтики и потом буду нарезать на кубики. Кубики примерно вот такого. Курицу я замариную. Поливаю ее немного растительным маслом. Солю. Перчу, добавляю паприку, сушеный чеснок. Вот такие специи у меня есть. Это соль с перцами. Называется пимо де спулет. Во Франции используют их часто. И красный перец, смесь красных перцев. Пока курочка у меня маринуется, я займусь овощами, подготовкой других ингредиентов. Очищаю желтый перец. Можно брать перец любого цвета, желтый, красный, зеленый, всех цветов. Это уже смотрите сами. Нарезаю перец вот на такие небольшие ломтики. Очистила красный перец и буду нарезать его вот на такие тоненькие ломтики. Ставлю сковородку на огонь. Наливаю немного растительного масла. На разогретую сковороду выкладываю нарезанный лук. Обжаренному луку добавляю курицу. Курица у меня промариновалась 15 минут. Курицу немного перемешиваем и оставляем обжариваться. Добавляю сюда немного желтого перца, немного красного перца. И выдавливаю 2 зубчика чеснока. И продолжаю обжаривать. Обжариваем до золотистости. Посмотрите, какой взрыв витаминов. Здесь у нас и желтый перчик, и красный перчик, и лучок, и чесночок. Курочка у меня хорошо обжарилась, я уменьшила огонь. И теперь добавляю сюда фасоль. Курицу с фасолью я немного перемешала и оставляю тушиться еще минут на 5. Можно попробовать на соль. Если соли недостаточно, можно посолить. Но не забывайте, что курицу мы заранее мариновали, поэтому она должна быть достаточно соленой. Так же, как и стручковая фасоль. И для приготовления салата с фасолью нам понадобится красный лук. Лук я очищаю.
таким образом на дольки нарезаем лук, на тоненькие дольки. Также фасоль многие готовят на гарнир просто. Можно ее обжарить на сковороде в течение 5 минут на сливочном масле вместе с выдавленным чесноком. Получается тоже очень вкусно. Я тоже так часто очень готовлю. Это еще один вариант приготовления фасоли, который я вам рассказываю. Не показываю, а рассказываю. Для салата с фасолью лук нужно нарезать вот такими дольками. И потом можно его разделать руками, чтобы было немного потоньше. Лук отправляю в емкость для салата. Нарезаю тоненько болгарский перец. Болгарский перец отправляю к луку. И сюда же отправляю стручковую фасоль. Я отварила картофель в мундирах. Сейчас я его очищу и нарежу на кусочки среднего размера. Мелко в этот салат нарезать не нужно. Этот салат такой, должен быть с крупными кусочками. Картофель отправляем в салат. Салат вот так перемешиваем сверху вниз, чтобы картошечка у нас вкусно пахла лучком. Все остальные ингредиенты тоже. Смотрите, какой веселый салатик у нас получился. И сейчас мы приготовим для этого салатика соус. Для этого в стакане легче перемешивать. Добавляю 3 столовые ложки растительного масла. Раз, два, три. И добавляю 1 столовую ложечку бальзамического уксуса. Солю, соль, перец по вкусу, перчу. И добавляю 1 чайную ложечку горчицы. У меня не крепкая. И хорошо перемешиваю. Нужно как бы даже взбить. Можно это сделать погружным блендером, но я делаю всегда вот так с помощью ложки, и всегда все хорошо получается. Вот такой соус, он должен получиться кремовый. Салат нужно хорошо перемешать и заправить соусом. Заправлять салат соусом нужно непосредственно перед его подачей. Надеюсь, это видео вам понравилось. Напишите мне, какой рецепт вам понравился больше и какие рецепты готовите вы из стручковой фасоли. Спасибо, что были со мной. Всем желаю приятного аппетита и до новых встреч с новыми рецептами.